Здорово! Чё-то давно у нас на канале не было всякого тупнячка браузерного, но знаете что? Совершенно недавно я нашел одну довольно-таки кекисную игру, которая, возможно, у вас вызовет хотя бы какие-то положительные эмоции. Вот, My Pocket Stars. Это браузерка по покемонам, но только она упоротая в хлам и, на удивление, даже очень хорошо сделанная. Хотя, как все мы знаем, браузерка, она и в Африке браузерка, и делается двумя коллегами за одну неделю, сидя на одной бутылке и пачке доширака. Но сама точка прикола тут не в каких-либо игровых механиках, и даже не в репликах персонажей или рисовке. Все тут очень приятно и аккуратно выполнено, вполне себе уровень 2020 года и намного выше даже, чем в некоторых других играх браузерного вот жанра. Хотите Пикачу? Да вот фиг вам. Держите электромышь в разгрузке и каске. Ну а мой любимый, белорусский бульбазавр тут вообще назван Лягуханом. И если его прокачать, то он станет аж целым мамкиным жабарем. Хелп. Или же, вот, одно из самых милых существ, утя. Буквально немного прокачав этого мелкого, он станет огнеутей. Звучит это все еще миленько, но выглядит так, как будто задрот, которого в школе все чмырили, раскачался и стал влажной мечтой всех девочек на встрече выпускников спустя 10 лет. А ты, как был, так и остался электромышью первого уровня. Оу, да. В остальном же, это довольно-таки добротная игра Time Killer с разными там своими тонкими особенностями, которые выгодно ее выделяют на фоне других же браузерных собратьев. Да, велосипед она не изобретает, тут есть заточка всего и вся. Разные наши эчпочмаки разделены на танков, хилов и дд. Но кроме этого всего, тут есть еще и стихии. Но не только покемонов, а даже арен. Так что предугадать заранее, что и как пойдет, вы не сможете. Всегда есть шанс рандома на усиление той или иной стихии в разных боях. Ну и конечно же, тут работает принцип камень-ножницы-бумага, где урон молнии будет лучше проходить по воде, водой, по огню, ну и так вот далее. Короче, довольно-таки интересно, и разработчикам я ставлю один плюсик в карму за это, а другой плюсик за подход к игре с пониманием дела. Ведь что есть основной фишкой покемонов? Правильно, их ловля. Тут же есть мини-игра, связанная с этим вот делом. И вот в этой вот мини-игре с вами может произойти вообще что угодно. Появление различных случайных событий. То торговцы, то редкие покемоны с мизерным шансом на успешный отлов, то еще что-то. В общем, скучно не будет. Графически, ну, сами видите. Все красиво и плавно. Приятная отрисовка локаций и различные персонажи. Даже временами слишком креативные, как по мне. Вот, ну зачем Пикачу, разгрузка и каска? Что? Чем ему будут бить по голове, писюнами, что ли, деревянными? Но даже несмотря на это, есть один очень большой и самый главный минус в игре. Это все же навязчивая реклама, там типа «Слышь, купи!» Будто Тодд Говард со своим Скайримом добрался уже и даже до браузерки и кричит о донате из любой дырки, откуда только можно. Но если не обращать на это внимания и не стремиться выйти в топы игроков буквально даже за пару дней, крутая штука это ваш Pocket Stars. Да я бы рекомендовал его своим знакомым, но боюсь быть избитым и посаженным на бутылку. А на этом у меня пока что все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, а также заглядывайте на наш канал, там много всего интересного. Подписывайтесь на него, там пишите комментарии, теребите бубенчик, дабы не пропускать новые видео. И на этом все, удачи и пока.